Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я расскажу вам про селективность срабатывания модульных автоматических выключателей при перегрузках и коротких замыканиях. Итак, селективность, или другими словами, избирательность – это способность защиты реагировать и отключать только поврежденный участок цепи. Например, произошло у вас короткое замыкание в розетке и при этом отключился вводной автомат всей квартиры. Такого быть не должно. Или же бывает так, что отключается и вводной автоматический выключатель, и отходящий автоматический выключатель одновременно. Что тоже неправильно. При правильно выбранной селективности должен сработать только тот автоматический выключатель, который защищает именно эту розеточную линию, где произошло короткое замыкание, а не вводной автомат. То есть должен отключиться у нас отходящий автомат. Отключается наш поврежденный участок, а остальные линии, остальные потребители должны остаться в работе. Ну, сами представьте, какие это могут возникнуть неудобства, особенно в ваше отсутствие. Приедете домой, а у вас холодильник отключен или еще хуже, какой-нибудь котел отопления. Пропадут продукты или вовсе заморозите систему отопления. Думаю, последствия вам понятны. И это примеры, так сказать, малых бытовых масштабов. Если же взять технологию или производство, то последствия могут быть куда более серьезными. В качестве примера рассмотрим электрический щит. Ну, как бы это у нас электрический щит, собранный с распространенными номиналами. Вводной автоматический выключатель имеет номинал 32 ампера и время токовую характеристику C. Вот вы видите, буковка C здесь. Кстати, про время токовую характеристику автоматов посмотрите у меня на канале отдельное, очень подробное видео. Правда, мы к ней еще вернемся в рамках данного видео, тем не менее. Отходящий автомат на розеточную линию у нас имеет номинал 16 ампер и время токовую характеристику C. В общем, это было такое небольшое вступление. А теперь давайте обо всем по порядку, с реальными примерами и цифрами. Селективность срабатывания автоматов при коротком замыкании. Вернемся к нашей розетке. Предположим, что короткое замыкание произошло у нее на выводах. Теперь нам нужно знать, какой же ток короткого замыкания будет в этой точке. Здесь варианта два. Это либо теоретический, либо практический. Про теоретический вариант расчета тока короткого замыкания я еще расскажу вам в самое ближайшее время. Он, в принципе, не очень сложный. А вот про практический вариант я уже как-то вам рассказывал в одном из видеороликов про измерение петли фаза 0. Вот мы им сейчас и воспользуемся. Итак, берем наш прибор для измерения петли фаза 0 МЗС-300 от Sanel и подключаемся в розетку. Итак, включаем прибор. Видим, что напряжение в сети у нас составляет 237 вольт и нажимаем старт. Получаем ток короткого замыкания 375 ампер. 375 ампер или петля у нас фаза 0, 0,59 Ом. Еще раз поясню, это значит, что если сейчас мы закоротим наши два вывода в розетке, то есть фазу с нулем, то получим ток короткого замыкания 375 ампер. У нас получился ток замыкания, ток короткого замыкания в розетке 375 ампер. Сразу произведу проверку правильного выбора автомата для этой самой розеточной линии. Ну, мы предполагаем, что данная розетка у нас защищена автоматом 16 ампер характеристикой C. А значит, согласно ПТЭП пункт 28.4, автомат вполне уверенно удовлетворяет этим требованиям. Согласно заявленным время токовым характеристикам C, автомат 16 ампер при токе 375 ампер, то есть это почти у нас 24-кратный ток от номинального, где-то вот здесь вот будет. Вот.
Он у нас работает за время не более 0,1 секунды. То есть речь сейчас идет об отходящем автомате 16 ампер. Но чтобы учесть селективность срабатывания отходящего и вводного автоматов при коротком замыкании в нашей розетке, нужно знать, за какое время сработает наш вводной автомат номиналом 32 ампера. То есть сейчас мы рассматриваем вот эту пару. Оба автомата у нас имеют характеристику C. Так вот, вводной автомат при токе 375 ампер, то есть почти 11-12 кратном токе от номинального, сработает за время тоже не более 0,1 секунды. Таким образом, получается, что при коротком замыкании в нашей розетке есть большая вероятность того, что отключатся у нас оба автомата, как отходящий, так и вводной. Вот сейчас мы это и проверим на практике. Вот я установил последовательно два автомата. Это как будто у нас приходит фаза вводная на вводной автомат. С вводного автомата идет на один из отходящих автоматов, который имеет номинал 16 ампер. Вводной имеет 32, еще раз напомню. То есть подключил их последовательно. И это идет у нас как бы на нагрузку, где возникло короткое замыкание. Да, кстати, забыл сказать, что в данном примере я использую автоматы ВА-4760М от компании ЕЭК. По сравнению с ВА-4729, эти автоматы имеют большую отключающую способность. Не 4500 ампер, а уже 6000. Ну а в остальном, в принципе, разница несущественная. Они, в принципе, одинаковые. Также есть возможность подключить гребенку в виде вилки форк. Насечки у них одинаковые. Снизу то же самое. Включаем оба автомата и наводим ток 375 ампер. Включаю. Оп. Видите, отключились сразу два автомата. Давайте еще раз. Оп. Отключились сразу два автомата. При этом ток у нас составил даже чуть меньше. Не 375, а 349 ампер. Что и требовалось доказать. Отсюда делаем вывод. Чтобы добиться селективности при одинаковых характеристиках автоматов C, необходимо, чтобы токи короткого замыкания на отходящих линиях попадали в зону теплового расцепителя вводного автомата. То есть были меньше, чем пятикратный ток вводного автомата. А пятикратный ток наш вводного автомата 32 умножить на 5, это и есть 160 ампер. При 160 амперах все-таки должна гарантированно соблюдаться селективность. Ну и здесь тоже понимаете, что есть некоторая погрешность плюс-минус. То есть может быть при 180 амперах вот, в определенной паре автоматов тоже будет соблюдаться селективность. Но если следовать четким границам, то это у нас 160 ампер. Давайте сейчас это посмотрим на практике. Итак, включаю наши автоматы и навожу ток 160 ампер. Поехали. Оп. И видим, у нас отключается только отходящий автомат. Вводной автомат у нас остался включенным. То есть при данном токе соблюдается селективность вводного и отходящего автомата. Вот видим ток 161 ампер. Ну давайте еще раз попробуем. Включаю автомат и поехали. Оп, 162 ампера. И видим, что отключился только отходящий автомат.
А теперь давайте опытным путем подберем погрешность, то есть граничное условие, граничное значение тока, при котором селективность будет соблюдаться. То есть 160 ампер, как я и говорил, это такое строгое вычисленное значение, но плюс-минус еще имеется погрешность. Давайте увеличим ток до 180 ампер, до 200 ампер и потихонечку будем увеличивать, пока не обнаружим, что селективность у нас нарушается. Навел 180 ампер. Поехали. Оп. Отключился только отходящий автомат. Ток у нас составил 178 ампер. Отлично. Давайте сделаем 200 ампер. 200 ампер. Поехали. Оп. Отключился только отходящий автомат. Ток 200 ампер. Навел 230 ампер. Поехали. Оп. Один отключился. Оп. Отключились оба автомата. Так. Один автомат отключился. Оп. Два автомата. Вот 236 ампер. Вот у нас отключились оба автомата. Так, ну можно смело сказать, что при 200 ампер еще соблюдалась селективность, а свыше 200 ампер уже наблюдались периодические срабатывания обоих автоматов. Кстати, чем это еще можно объяснить? 200 ампер это для автомата 16 ампер, это у нас 12, кратность 12,5. То есть это вот где-то вот здесь вот на характеристике. Для 32-амперного автомата ток 200 ампер это порядка 6-кратного тока. То есть вот здесь характеристика. Мы здесь попадаем в зону, вот характеристика C, зона 5-кратного тока. Время срабатывания автомата должно превышать 0,1 секунду. Соответственно, при 10-кратном токе должно быть не более 0,1 секунды. Соответственно, мы здесь попадаем вот как раз таки в эту разницу по времени, что у нас и наблюдается. Что же происходит при токах 230-235 ампер? А здесь мы попадаем в кратность 14, вот здесь вот, и 7 с небольшим, там 7,5. Ну, если для отходящего автомата это еще выполняется, то в одной находится где-то в промежуточной стадии по времени. То есть он уже не попадает под требования больше 0,1 секунды, потому что оно нормируется при 5-кратном токе. А при 7-кратном токе время где-то находится между вот этими пределами. Поэтому у нас здесь срабатывают наши автоматы одновременно. Что же делать? В таком случае на вводе можно установить автомат с характеристикой D, тем самым увеличив зону его теплового расцепителя. То есть теперь у нас эта зона будет приходить в точку 10-кратного тока, а не 5-кратного. И соответственно мы добьемся селективности. Ток у нас короткого замыкания 375 ампер, это кратность 11,7 для вводного автомата. И мы где-то попадаем как раз таки здесь на граничную зону. Но мы знаем, что у нас автомат срабатывает не строго по границе, а есть некоторая погрешность. Поэтому в данном случае должна выполняться у нас селективность. Ну а для отходящего автомата характеристика C мы оставляем. Итак, я снял наш 32-амперный автомат характеристики C и установил D32. Ну, у меня однополюсного не было, применил трехполюсный, но это сути не меняет. Итак, поехали. Ток 375 ампер. Оп! Отключился отходящий автомат. Еще раз. Отключился отходящий автомат. Еще раз. Отходящий автомат. Еще раз. Отходящий автомат. Еще раз давайте.
То есть можно смело сказать, что в данном случае, при данном токе короткого замыкания, у нас соблюдается селективность. То есть C16 на отходящем и D32 на вводе. Но здесь есть некоторый нюанс, который не стоит забывать. Установив вводной автомат с характеристикой D, его необходимо проверить на срабатывание при коротком замыкании в щите, чтобы ток короткого замыкания соответствовал требованиям ПТП пункт 28.4, о котором я говорил ранее. А это значит, что ток короткого замыкания в щите должен превышать значение 32 умноженное на 20 и умноженное на 1,1. Это уже достаточно много, приличное значение. И, к сожалению, не во всех квартирах, особенно в старом жилом фонде, имеются такие токи. А значит, данная связка может считаться некорректной, неправильной. Ну и предположим, что ток короткого замыкания в щите у нас не имеет такое большое значение. То есть равен, ну, порядка 600, там, 550, 600 ампер, не больше. Соответственно, данный автомат у нас не проходит. Что мы делаем? А мы устанавливаем автомат с характеристикой C, но номиналом уже не 32 ампера, а 40 ампер. Что мы получим в этом случае? Для 40 амперного автомата и токи 375 ампер, это получается кратность 9. То есть где-то вот здесь вот идет. Раньше при 32 амперном автомате кратность была 11,7, ну почти 12, а сейчас она составляет 9. Тут можно надеяться на то, что все-таки будет некоторая разность срабатывания автоматов по времени, но не факт. Итак, поехали. Отключается пока отходящий. Отходящий. Ну, как видите, сколько раз я сделал, еще до этого я пробовал. Так, у нас вводной автомат 40-амперный при токе 375 ампер одновременно с отходящим не отключился. Но это, в принципе, нам ни о чем не говорит. Я же раньше уже чуть ранее показывал по характеристике, что значения времени срабатывания очень близки. Это просто дело случая. И будет ток чуть-чуть побольше, этот автомат, вводной автомат может также одновременно отключиться с отходящим. К тому же, что здесь мы заменили 32-амперный автомат на 40 ампер, а это у нас вводной автомат, самовольно мы не можем увеличивать его значение. То есть в этом случае нам необходимо проводить согласование с управляющей компанией, ну или кто занимается обслуживанием сетей в вашем доме. То есть вам могут не согласовать увеличить номинал вводного автомата, потому что это как-никак выделяемая мощность на квартиру. И тем самым вы ее увеличили самовольно на 8 ампер. Поэтому этот вариант, он тоже может подойти не для всех. Какой же выход может быть в данной ситуации? А выход может быть следующий. Мы оставляем на вводе 32-амперный автомат с характеристикой C, а вместо отходящего на 16 ампер с характеристикой C устанавливаем 16-амперный автомат с характеристикой B. В принципе, смысл остается прежний, как в случае с обоими автоматами характеристики C. Но есть вариант, что все-таки автомат характеристики B будет срабатывать быстрее. И опять-таки это зависит от параметров конкретно рассматриваемых аппаратов защиты. То есть они могут
как-никак разнится. Дело в том, что хоть характеристика С, хоть характеристика Б, при 23-кратном токе автомат должен отключаться за время не более 0,1 секунды. Поэтому говорю, это опять-таки здесь все условно и необходимо проверять на практике для конкретного примера. Итак, поехали. Подходящий. Подходящий. Ну, как видите, в этой связке у нас отключается только входящий автомат. В одной за 30 раз, я до этого еще 20 раз попробовал, он ни разу не отключился. Но, как я и говорю, это особо не зависит, потому что очень близко находится значение по времени срабатывания. Ну и еще раз вернемся к нашему первоначальному варианту. Характеристики С 32 ампера и 16. Ок, срабатывают оба. Еще раз, срабатывают оба. Подытожим. Чтобы правильно соблюсти селективность срабатывания автоматов при коротком замыкании, необходимо точно знать величины токов короткого замыкания на объекте. И как я уже говорил и показывал, узнать их можно, либо измерив соответствующим прибором, как у меня в моем случае это МЗС-300, либо рассчитать теоретически. Но все же предпочтительнее первый способ, так как он дает реальную величину тока короткого замыкания, когда как в расчете можно что-то не учесть, что повлияет на итоговую картину в целом. Идем далее. Селективность срабатывания автоматов при перегрузе. А вот по перегрузу здесь все гораздо проще. Здесь токи в основном находятся в зоне теплового расцепителя. И их время срабатывания достаточно разнятся. Возьмем тот же наш пример с вводным автоматом на 32 ампера и отходящим автоматом на розетку 16 ампер. Оба они имеют характеристику С. Предположим, каким-то чудным образом данную розетку, данную розеточную линию нагрузили током, ну не знаю, пусть будет 30 ампер. Ну это же надо так умудриться. Ну пусть это и не совсем реально, тем не менее, вполне допустимо при определенных условиях. Здесь все получается просто. Для отходящей линии это у нас получается практически двукратный ток. Ну где-то вот в этой области будет, в зависимости от нагретости нашего автомата. А для вводного автомата на 32 ампера это у нас будет практически однократный ток. То есть даже меньше, чем его номинал. То есть видите, сразу у нас имеется огромная разница по времени. Здесь 10 секунд, от 10 до 500 секунд. И здесь при токе 30 ампер в одной автомат у нас даже не отключится. Поехали. Ток 30 ампер. Время пошло. Ну, чтобы долго не ждать, давайте я ток увеличу до 40 ампер. Вот, сработал отходящий автомат. Ток 40 ампер. Давайте еще раз попробуем. Поехали.
Оп. Отключился отходящий автомат. Ток 40 ампер, время 11 секунд. Отлично. На этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, после просмотра вам стало понятно, как определить селективность срабатывания автоматических выключателей на отходящих линиях по отношению к вводному. Но еще раз напомню, чтобы эту самую селективность соблюсти, необходимо точно знать величины токов короткого замыкания на вашем объекте. Пусть будет это квартира, дом, офис и абсолютно любые электроустановки. Рассмотренное в данном видеоролике больше относится все-таки к бытовому сектору, где наиболее чаще всего встречаются именно модульные аппараты защиты. В промышленном же секторе, в принципе, все аналогично, смысл селективности аналогичен, но за исключением того, что у автоматических выключателей промышленных серий можно регулировать уставки. Не у всех, но есть такие автоматы. Я их, кстати, на своем канале уже вам показывал. А значит, это несколько облегчает и делает более гибкой настройку их селективности. В принципе, на этом все. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы по данной теме, то обязательно спрашивайте в комментариях. Я всем по мере возможности отвечаю. Ну и все. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!